там вот неровная дорога. Давай мы сейчас туда подойдем, и я нас попробую. Очень жестко, а здесь на небольшой скорости она прям все балансирует. Посадка очень удобная, сидишь, ну, гораздо мягче. Я бы сказал, это одна из самых мягких колясок, которую я пробовал. У меня сейчас болит спина, и проход вот этой неровности, особенно на небольшой скорости, прям очень хорошо балансирует. И для меня это, так сказать, открытие. Друзья, модель Invacar Bora – одна из самых мягких колясок, которая, в принципе, в природе есть, потому что ее база независима. Да? Да. Она очень прям балансирует вообще во всех положениях. И это важно. Это очень важно. Поздравляем нового хозяина. Коляска едет на рюкзаке. Там все пока в процессе, все пока ремонтируется. Дороги там далеко не идеальны, особенно на окраинах этого города. Так что я думаю, этот вариант будет хорошо помогать своему новому пользователю решать, ну, в общем, жить нормальной жизнью и чувствовать себя очень хорошо. Спасибо, друзья, подписывайтесь на канал.